Много молока? Не сильно. Надеюсь, сын... Ну, вы пейте его, чай там, какао. Пьем. Ну, там, апилак всякий. Угу. Ну, ничего, он вообще симпатичный. Красавчик. Редчайшую сложную операцию провели алтайские хирурги Краевого центра охраны материнства и детства. У новорожденного отсутствовал анальный проход. Без срочного хирургического вмешательства ребенок умер бы через несколько дней. Малышу всего неделя. Его прооперировали на вторые сутки после рождения. Такая патология встречается один раз на 3-5 тысяч новорожденных. Хирург Юрий Тен рассказал, что в таких случаях применяется эффективный метод, когда оперативно выводится прямая кишка, причем не остается даже шрама. За 8 лет в крае проведено всего 4 подобные операции. А почему только 4 за 8 лет? Ну, потому что или больные поздно поступали в крайне тяжелом состоянии, или была высота отрезей другая, ну, плюс боязнь, психологическая боязнь сердца. И поэтому вот большинство хирургов эту операцию как-то не принимают. За Уралом только 2 города, где проводят такие операции. Это Барнаул и Иркутск. Причем на Алтае лишь один специалист – Юрий Тен.